Сегодня покатушка на Борисов. Все очень мокрое. Все такое, как мы любим. Все места вроде как должны быть тоже очень обильно смочены водой. Меня все ждали. Как обычно, я чуть попозже подъехал. Из-за того, что поезд пропускал. Вот. Как-то так. Смотрите, что будет дальше. Как обычно, сейчас здесь будет толпа народу, который не сможет заехать. Просто едь и все. Один асфальт упал.
волосы, нахуй. Кстати, та пластиковая защита, походу, она и была. На другой стороне теперь ты, да? Наконец-то. Все, пизда. Никуда, здесь так глубоко. Надо там. Там уже, блядь, в фильтре вода. Ему уже все похуй. Там меньше глубина, конечно. Ну, все, пизда, нахуй. Молочко, да. Нахуй. Да. Серый! Смотри, молочко или нет? Возможно, нас развернут, скажут, здесь ездить нельзя. Квалификация, дисквалификация. Меня, я не поеду. Вот это будет поворот. Да-да-да, вот это я вспомнил. Я вспомнил этот косяк. Контент. Либо мост развалится. О, наконец-то. Непонятно, может, не там.
что такое? Могла вода попасть в воздушный фильтр, после этого не заведется, покуда его не выжмешь. Просто какая-то адская дорожка.